В нашей команде «Локомотив» больше всего красного. Наверное, еще «Красный Октябрь». Ну и немного присутствует в ЦСКА. Значит, у нас. О тактике, иногда о погоде, о политической ситуации в мире. Музыка, девочки. Ну, наш тренер грек. Так что, я не знаю, наверное, Зевс, Зевсович, потому что все греки – потомки Зевса. А что, у греков есть отчество? Полтора-два человека. Я могу есть много, в принципе, как и Кирилл, но думаю, все равно допрыгнем. Я думаю, лучше всего прятать сало в голове человека, который придумывал эти вопросы, потому что там вакуум. В животе. Ну, наверное, все-таки Вера Брежнева, потому что Верка Сердючка – это все-таки мужик. Так как Верка Сердючка, насколько я знаю, не совсем девушка, я выбираю Брежнева. Мое прозвище Фес. Хотелось бы, чтобы меня как-то по-другому называли, там, лучший Кирилл Анатольевич. Но я думаю, тренеру будет тяжело выучить мое отчество. Здесь никакого, просто слава. Спорить с тренерами и портить нервы медицинскому персоналу. Но, наверное, сон. И правильный ответ, наверное, будет на все. На много. Ой, это очень сильный игрок. Высокий, атлетичный, красивый. Это Кирилл Фесенко. Считаю, что он мой главный соперник на пути достижения моих целей, поэтому он самый лучший. Так, главный соперник Кирилл, конечно. We'll be right back.